вечір, шановні глядачі, шановні гості, шановні експерти. Ми, як завжди, раді по четвергах о 19:30 вітати вас на програмі «Контраргумент», що кожного четверга має місце, транслюється на програмі на телеканалі «Миколаїв». І, власне, це наша спільна справа, адже ви берете участь у цій програмі і за допомогою Фейсбуку, адже наша трансляція йде не тільки на екранах телевізорів, але й у Фейсбуці, на нашому каналі на Ютубі. Ви можете приєднатися до нас за півгодини за телефонами прямого зв'язку 76-92-42. Можете вже зараз починати писати мені особисті повідомлення на Фейсбуці, на нашій сторінці, тощо. Це наша програма, це наша спільна програма, це наша спільна програма з вами, адже ви не тільки берете участь у ній, а і досить часто визначаєте теми наших програм. І саме так відбувається зараз, бо сьогодні ми збираємося поговорити про енергоефективність. Саме час про це говорити, саме час говорити про це з компетентними людьми, саме час говорити про те, що ж це таке енергоефективність, адже наше опитування показало, що більшість городян досить вузько розуміє цю проблему. І тому сьогодні буде цікаво. Не впевнений, що сьогодні будуть тут ламатися списи, бо справді всі ми розуміємо, що потрібно нам щось робити з пошуком альтернативних джерел енергії. Треба щось робити так, щоб наші рахунки за споживання цієї енергії не робили дир в наших бюджетах. Втім, все це згодом, зовсім трохи згодом у нашій програмі. А перш ніж представити наших гостей, я хочу запропонувати вам невеличке опитування, що ж миколаївці думають про енергоефективність і що таке енергоефективність у будинках, у квартирах кожного з тих, кого ми спитали про його думку. Будь ласка. Расскажите, пожалуйста, что вы знаете о энергосберегающих технологиях и используете ли их у себя дома? Не использую и знаю не особо много, но что я могу сказать? А почему не используете? Ну, это дорого. Конечно, используем. А какие именно? Лампочки. Да, технологий, конечно, много. И что из того? Вы какие-либо из них используете? Нет, не использую. Почему? Потому что дорогое все это удовольствие. Вы думаете, долго себя окупает. Ну и потом, как бы в обыкновенных таких домах энергосберегающие системы, я не знаю даже, как они будут срабатывать. Скажите, пожалуйста, вы дома экономите тепло и электроэнергию? Экономим. Каким образом? Ну каким образом? Стараемся меньше расходовать на все. Может быть, вы используете какие-то специальные технологии? Нет. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о энергосберегающих технологиях? Ну, это технологии, которые позволяют беречь энергию. Дома у себя используете окна. Такие? А еще какие? Все, больше ничего не используем. Окна, двери утепленные. Вы дома экономите тепло и свет? Да. Да, экономим. А каким образом? Ну, каким образом? Поставили лампочки экономные. Этого достаточно. Окна утеплили и все остальное. Энергосберегающие лампы тоже везде стоят, во всех комнатах мы следим. Там, в том же тамбуре у нас стоит датчик движения, чтобы просто так не светила лампочка. Все, что мы могли сделать, мы же сделали. Ну, еще плюс на доме в целом стоит счетчик, и как бы ОСМД, там люди следят за тем, что когда потеплее, они прикручивают отопление, когда прохладнее, делают больше. Вимикаємо світло, щоб зайва електроенергія, ну, не рахував лічильник. А що до тепла? А в нас є центральне опалення, ну, тобто є свій котел, тому ми, ну, порівняно не економимо. Ви вдома економите тепло і світ? Обов'язково. А яким образом? То от на даний момент у мене вдома нет, він не включено у мене. Отже, чи є використання економних ламп та прикручування котла, якщо це можна зробити справжніми заходами по енергоефективності? Ми сьогодні дізнаємося у фахівців, сьогодні ми поговоримо про те, що ж таки насправді енергоефективність. І я, не гаючи часу, з задоволенням представляю наших гостей. Віталій Луков, будь ласка, візитівку. Віталій Луков має педагогічну та бухгалтерську освіту.
Протягом багатьох років працював на посаді директора кількох місцевих шкіл. Був першим заступником Вознесенського міського голови. У 2013 році був обраний міським головою Вознесенська. З 2012 року Віталій Луков є членом асоціації «Енергоефективні міста України». Я думаю, вже з візитівки зрозуміло, що Віталій Дмитрович неабиякий фахівець саме у галузі енергоефективності. І саме для того, щоб він поділився своїм досвідом, ми запросили його у студію. Це вже не перший раз, дуже сподіваюся, що не останній, адже нам, справді, не тільки нам, а й багатьом містам в Україні є у чому брати приклад з Вознесенську. Другий наш гість – Сергій Кантор. Будь ласка, візитівку. Сергій Кантор, голова правління ПАТ «Завод Екватор», головний спонсор МФК «Миколаїв», депутат Миколаївської міської ради 4 скликань, людина з громадянською позицією. Отже, наші експерти представляться трохи згодом, просто коли вони вступатимуть у нашу розмову, нашу дискусію. Я радий сказати, що з одного боку, усі наші намагання закликати до студії чиновників Миколаївського міськвиконкому, тих самих чиновників, які безпосередньо за своїми посадами відповідають за енергоефективність у Миколаєві, ну, вінчалося успіхом, здебільшого нам просто відповідали відмовою. Втім, напевно, все ж таки присутність Віталія Дмитровича спонукала не будь-кого, а самого мера Миколаєва Олександра Федоровича Сімкевича вже останню мить приєднатися до нас. Дякуємо Олександру Федоровичу, ваша присутність завжди робить програму дуже жвавою. І бачите, віддаючи перевагу Віталію Дмитровичу у справі енергоефективності, Олександр Федорович сьогодні скромно займається. Має місце експерта. Ну, тоді вам буде про що спитати вашого колегу. А я за традицією пропоную по одній хвилині для того, щоб сказати про найголовніше те, що ви вважаєте сказати на початку програми, нашим гостям. Будь ласка, Віталій Дмитрович, почнемо з вас. Дякую. Всім доброго вечора. Насправді, на моє переконання, енергоефективність – це світобачення. Ми не можемо окремо виривати будь-які ділянки, там окремо електричні лампочки економні, чи утеплення стін, чи утеплення дверей, вікон, і вважати, що це енергоефективні заходи. Оскільки, роблячи одне, ми можемо отримувати збиток або негативний результат в іншому. Якщо ми почнемо утеплювати і забудемо за вентиляцію, фактично ми зробимо зло більше, ніж було до того, як ми почали утеплювати стіни. Якщо ми будемо робити тільки вентиляцію і залишимо, навіть з рекуперацією, і залишимо, не змінимо своє ставлення до збереження електричної енергії, це теж нічого не дасть, тому що це будуть напівміри. І насправді воно дійсно, так як говорили миколаївці, буде дорого і неефективно. Роль органів місцевого самоврядування – відійти від будь-якого дешевого політично вигідних заяв, говорити людям правду, не приймати рішень Ради щодо мораторії на підняття тарифів, а займатися створенням експериментальних демонстраційних майданчиків, на яких на практичному досвіді показувати своїм громадянам, як потрібно ставитись до енергії, як її потрібно берегти. Люди вірять не словам, люди вірять тому, що можна спробувати руками, на що можна подивитися. Дякую. Трохи згодом ми подивимося сюжет з Вознесенського, який спеціально зняла наша журналіст Наталя Приходько. Я хочу сказати, що я був вражений тим, що якщо у нас у Олександра Федоровича є тільки один заступник, який формально займається енергоефективністю, насправді, наскільки я розумію, будучи членом ОПО-блоку, він просто займається реалізацією програми пана Дятлова «Теплий дім». А у Вознесенську є цілий департамент енергоефективності. І ми сьогодні про це обов'язково поговоримо. А я з радістю передаю слово депутату міської ради Сергію Кантору. Сергій Анатолійович, дякую, що прийшли, адже сьогодні вам віддуватися і за виконавчу владу, і за представництво. Будь ласка. Ну, что хочу сказать, что к тому, что добавил наш уважаемый гость, могу сказать о том, что вопрос очень серьезный. Вот, и перекатывать шарик со стола
примеру, там, власти на стол рядового обывателя, наверное, ничего с этого хорошего не будет. Это, знаете, как вставая страна огромная, вот по большому счету это то же самое. Почему? Потому что это очень серьезная работа, которая на настоящий момент у нас где-то так островками, судя по тому, что я слышу, где-то она, так скажем, имеет уже какие-то результаты или примеры, а в целом мы в расчетках видим, и, естественно, пока политики эксплуатируют, так скажем, тарифы или цены на энергоносители исключительно в своих политических целях. А по сути дела, все просто. Все просто. Здесь вообще не надо не открывать никакую Америку. Вот. Надо делать так, как делают люди, которые прошли этот путь. Вот. Мы стремимся в Европу, надо делать так, как это делают европейцы. Начинаем там, к примеру, с паспорта эффективности, и дальше по ходу дела раскладываем то, что делает власть, то, что делает житель. Вот и все. Ну, и еще хотелось бы сказать, что вот сегодня звучали два таких вот понятия. Значит, кто-то говорил энергосбережение, кто-то говорил энергоэффективность. И поэтому я предлагаю для начала, хотя бы мы здесь в зале, в студии выяснили, что такое энергоэффективность, и что такое энергосбережение, что из них первично, а что из них вторично. Спасибо. Мы сейчас займемся этим вопросом. А поскольку Александр Федорович, все-таки, несмотря на то, что он сегодня в качестве эксперта, он как-никак городской голова, я думаю, будет логично и вам предоставить минуту для того, чтобы вначале обозначить ключевые аспекты нашей беседы. Пожалуйста. Ну, я думаю, что сегодня в процессе нашей беседы мы должны, наверное, определить для себя круг процедур и процессов, которые мы хотим сделать в городе, мечтаем, скажем так, да, то есть мечта, цель, стратегия, реализация. О том, что мы хотим получить на выходе, определиться, потому что иногда мы куда-то идем, но не в ту сторону. И понять, знаете, две извечные проблемы. Что мы хотим и кто нам мешает. То есть понять, что мы хотим и что нам мешает. Я думаю, что в процессе передачи мы узнаем, что очень много бюрократических процедур. И знаете, как есть в нашей стране после Советского Союза остались две проблемы, да, дураки и дороги. Но с дорогами мы как-то пытаемся разобраться, а вот со вторыми у нас действительно проблемы есть. И иногда вот эта человеческая глупость, в том числе и среди чиновников, в том числе и в депутатском корпусе, по-другому это никак не назвать, она блокирует как раз вот эти процессы улучшения энергоэффективности и энергосбережения в городе. Поэтому сегодня, я думаю, в процессе передачи мы об этом услышим. И я думаю, что нам всем надо определиться о том, как нам с этим бороться. Всем вместе, всем миром. Спасибо большое. И тоже традиционно в начале нашей программы я предлагаю сюжет, который, возможно, многое объяснит. Расскажу коротко о его истории. Одним из инициаторов этой программы стал присутствующий здесь Олег Чалов, человек, который много лет уже занимается и как общественник, и как юрист, занимается вопросами энергетики на разных уровнях. И, собственно, когда выезжали показать какие-то вот узкие места, да, вот здесь вот теряется энергия, вот здесь вот можно было бы сделать по-другому, то, в принципе, предполагалось, что сейчас найдем какой-нибудь там дворик, и вот тут вот будет какой-то фрагмент, а там будет еще какой-то фрагмент. А оказалось, что, в общем-то, куда в Николаеве ни ткнись, какой район ни заедь, везде катастрофа. Поэтому мы там о паре ЖЭКов идет речь, но, в общем-то, это касается практически всего города. Чуть попозже мы посмотрим Вознесенск, там дела обстоят немножко по-другому. А сейчас посмотрим сюжет, который сняла наша корреспондент вместе с Олегом Чаловым. Пожалуйста. Зі своїми запитаннями про економію коштів в опалювальний сезон звернулись до Олега Чалого, керівника громадської організації «Енергетика Закон». Ми вибірково оглянули кілька дворів у трьох районах міста. Переважає індивідуальна зовнішня теплоізоляція. На жаль, таке часткове утеплення не є ефективним в тому розумінні, якого можна і треба прагнути. Є определенний перечень ефективності затрачених грошей и полученного эффекта. Естественно, все, кто там пытается рассказывать о том, что будут утеплять стены, это самое последнее, что нужно сделать. Первое, что нужно сделать, это заменить окна
и заменить системы вентиляции, потому что выбрасывается просто воздух теплый. Але це питання фінансової спроможності власника оселі. Та чомусь міжповерхові віконця під'їздів, розміри яких іноді просто вражають, майже всюди биті, закриті картоном, а подекуди взагалі відсутні. Переважно більшість мешканців це не обходить, інші ж відновлюють самотужки. Ну так продльот, це ж його треба застеклити, як говориться. А так, от, як от построєн був 78-го року, і ніхто так нічого не робить. Також це мало турбує ЖЕКи, які отримують оплату за утримання будинків. Належним утриманням це важко назвати. На якісні зміни чекають і мешканці будинку 1А по вулиці Листопадовій. ЖЕКи нам не нужны, но люди в силу своего менталитета славянского боятся абсолютно ОСМД. Мы тоже боимся, но мы начали. Потому что мы непосредственно коснулись вот с этим вопросом, с этим ЖЭКом. И мы поняли, что ЖЭК – это опять наши деньги идут им в карман. Ситуація зі станом тепломереж також невтішна. З власних спостережень підсумовуємо. Найкращий стан мережі – там, де людно, найгірший – де дорога не асфальтована. Але ж оплата за один квадратний метр площі нараховується згідно з певними технічними нормами. Чому ж так помітно, що стан зовнішніх теплотрас далекий від будь-яких стандартів? З нагрітого повітря вигода лише безпритульним котам. Чому так відбувається? Якщо люди в своєму сознанні якби наплівательськи відносяться к своєму же жилью, и к своему же дому. И есть масса примеров, когда люди просто не хотят делать ОСМД. Это первая причина. Вторая причина – это дикая коррупция, которая есть в ЖКХ Николаева. Это можно приводить миллион примеров на любом ремонте. Можна надалі шукати причини або чекати на зміни у роботі ЖЕКів. Та Олег з власного багатого досвіду радить брати мешканців багатоквартирних будинків справи в свої руки, адже закон це дозволяє. Вот, кстати, первый вопрос, Александр Федорович, уже пишут эксперты, то есть, простите, зрители, почему Сенкевич в экспертах и почему нету зама, который непосредственно этим должен заниматься. Я могу сказать, что мы официально его приглашали, он просто отказался. Ну, коль скоро обычно у нас все-таки вопросы, эксперты задают вопросы, а зрители, гости отвечают на эти вопросы, но все-таки не могу не переадресовать вам вопрос зрителя. У вас есть целый зам. У вас есть целая грандиозная программа, с которой целая фракция выходила на выборы и вроде как обещала решить вопрос. Ну, я так понимаю, что, в общем-то, не обещали просто пенопласт наклеить на стены. Но, тем не менее, хоть что-то. Почему, с одной стороны, Виталий Дмитриевич приезжает из Вознесенска, с края света, можно сказать, учитывая цены на бензин и время передачи в прямом эфире, с другой, целый заместитель мэра не может перейти тут буквально 3-4 квартала для того, чтобы рассказать николаевцам о том, что уже делается в его родном городе. Пожалуйста. Ну, справедливости ради стоит заметить, что о том, что будет сегодня передача здесь, я узнал от Виталия Лукова. Мы вчера с ним запускали, у нас были на запуске ракеты. И там он сказал, что его пригласили на передачу, и мы договорились, что сегодня здесь увидимся. С другой стороны, конечно, для меня это не очень нормально, когда заместитель городского головы, приглашенный на профильную передачу, не является на нее. С другой стороны, на сегодняшний день у, скажем так, у новоназначенного заместителя городского головы по энергоэффективности и энергосбережению, на сегодняшний день это, знаете, как атаман без войска, потому что у него даже нет ни под ним никакой структуры. На сегодняшний день он как раз формирует свою структуру, и мы будем вносить изменения в количественный состав и структуру исполнительной власти в городе Николаеве. После этого у него появится, ну, скажем так, штат, с которым он сможет работать. Я думаю, что он не пришел сюда по одной причине, потому что у него нету чем поделиться и что рассказать. Хотя за этот короткий термин он уже посетил форум энергоэффективности шведский, который проходил в Виннице на прошлой неделе. У него уже есть какие-то наработки, которые он проработал с Нефко. На следующий год планирует какие-то вещи. То есть я думаю, что, может быть, просто он посчитал, что нету чем похвалиться. С другой стороны, я иду всегда, потому что откровенная беседа, она всегда выталкивает на какие-то, ну, скажем так, решения, на какие-то, оголяет какие-то вопросы, которые потом можно после передачи для себя выявить и решать их.
Ну, что могу сказать? Буду настоятельно рекомендовать ему посещать такую передачу, особенно то, что касается его профиля. А сегодня я именно здесь, именно из-за этого в экспертах, потому что меня не пригласили, но я очень рад здесь побывать. Спасибо. Ну, мы всегда рады вас видеть, Александр Федорович, однако просто полагаем, что помимо вас, у вас еще есть вас непосредственно, у городского головы еще есть заместители, которые тоже могли бы, в общем-то, здесь присутствовать. Тем более, что, как я понимаю, заместитель профильный и, в общем-то, ему и карты в руки. Впрочем, ладно, бог с ним, вы уже на вопрос ответили, вопрос зрителей. В любом случае, спасибо, что пришли. Сергей Анатольевич, вы любите все раскладывать по полочкам. Я вам готов дать целых 3 минуты для того, чтобы вы провели краткую лекцию по поводу того, чем отличается энергоэффективность от энергосбережения. А потом мы посмотрим сюжет о том, как обстоят дела в Вознесенске. Пожалуйста. Я жалею, что я использовал первую минуту, но попробую вложиться в 3 минуты. Значит, все просто. Все просто. Попытаюсь, так скажем, объяснить доходчиво. Мы идем в магазин. Нам надо купить стиральную машину. И мы уже знаем, что такое класс эффективности. Да? Есть. Также, собственно говоря, вот все, что есть в бытовухе, которые мы уже столкнулись и знаем, какой класс энергоэффективности стиральной машины, там, кофемолки и так далее, и так дальше. Вот. Я не зря говорил о Европе, да, то есть сегодня все уже написано. Есть класс энергоэффективности зданий А, есть класс энергоэффективности зданий Ж. А – это высший класс, и сегодня уже, если мы идем, смотрим кофемолку, есть А с плюсом, А с двумя плюсами. Это еще выше, чем А, еще лучше с точки зрения энергоэффективности. Тоже класс Ж. Это самое минимальное. Так вот, на сегодняшний день мы, хрущевки, панельные дома, это ниже класса Ж. И с наскоку, с помощью общественности, с помощью политиков, с помощью еще каких-то с рупором или с постаментом и так дальше, эти вопросы не решаются. Нужно решать их как положено. Для начала нужно сделать, определить, какому классу. Да, может быть, для Украины надо сделать класс ниже Ж, там и так далее, и так дальше. В любом случае, нужно начинать с энергоаудита любого строения или архитектурной формы. Дом, частный и так дальше. Частникам проще, в многоквартирных домах лучше. Сделать энергоаудит. Дальше там есть своя классика жанра, да. Вот, получить паспорт энергоэффективности. Дальше специалисты должны разработать программу, которая делится уже на две составляющие. То, что может сделать житель, который живет непосредственно в этой квартире, в этом доме, и то, что должно сделать государство. То, что нам говорят о том, что вот СМД – это панацея от всего этого дела и решит все проблемы энергоэффективности, в моей позиции это, так скажем, очередная политическая такая, так скажем, вираж такой политический, да, так это просто не решить. Словами не решить, надо руки закатить, и надо делать так, как это делают правильно. Начинаем делать энергоаудит, в конце, на выходе получаем соответствующие технические решения. Вот вы говорили о том, что там, к примеру, там сделали термос и получили минус, да, там, паспорт четко и ясно покажет, что для каждого конкретного здание, сооружение, необходимо сделать какие меры, которые позволят в итоге выйти на более высокий уровень энергоэффективности. С класса Ж мы подойдем дальше. Значит, мы сейчас ниже класса Ж, это однозначно, даже можете не проверять. Теперь исторически. Все просто. Мы живем в такой, ну, мы живем в постсоветской стране, да? Где энергоносители вообще не считали, ну, вообще не в счет принимались никаким образом. Потому строилось так, как оно строилось, по тем нормативам, которые были. Стенка 380, там, и так далее, и так далее, и так дальше. Такая-то вентиляция, и понятно, да?
Вот. И, естественно, на сегодняшний день просто так этот вопрос не решить. Мы когда обсуждали даже уже у мэра этот вопрос в преддверии бюджета 2016 года, то мы достигли консенсуса. Я не люблю говорить на политические, так скажем, значит, вот закручивать в политическую плоскость, но тем не менее мы достигли консенсуса, когда определяли сумму, которая выделялась на начало реализации программы теплого дома. Да, эта сумма была изначально 15 миллионов, потом мы ее несколько сократили, она была порядка 11 миллионов. Да? Но мы тогда уже договорились, что мы сделаем паспорта, да, определим в городе 3085, если не ошибаюсь, домов, выберем типажи домов, там 11 типоразмеров, 22, 38, по деньгам определим и классически придем к паспорту энергоэффективности, и дальше по каждому строению будет разработана собственная программа, которая позволит повысить класс энергоэффективности данного здания. Даже если мы его повысим с буквы «Ж» на букву, которая перед «Ж», это уже в итоге мы получим соответствующий результат. А если мы смотрим это в масштабе страны, то это, понимаете, одним замом у нашего уважаемого городского головы это не обойтись. И потому я говорю, что вопросы, связанные с энергоэффективностью, это вставай, страна народная. Это наш смертный бой. Мы или победим, или мы проиграем. Спасибо. Я все-таки очень прошу, Сергей Анатольевич, при всей вашей неторопливой манере хотя бы время от времени посматривать на таймер, потому что он уже давно поломался. Он давно уже поломался просто в отчаянии привлечь ваше внимание к себе. Прежде чем показать обещанный сюжет, я, во-первых, скажу, что зрители нам пишут. Ну, в общем-то, из речи Кантера мы поняли, что все мы в «Ж». Сейчас... даже ниже, чем «Ж». Вот Александр Федорович подсказывает, ему виднее, как городскому голове, что насколько это самое «Ж» полное. Теперь, пожалуйста, короткий комментарий до двух минут Дмитрий Канарский. Скажу, почему предоставляю слово Дмитрию. Мы сейчас посмотрим в сюжете, как активно привлекается молодежь в Вознесенске как раз вот для вот работы вот этого самого агентства по энергоэффективности, по-моему, так он называется. Да, Виталий Дмитриевич, у вас? Відділ муніципальних ініціатив, енергоефективності, енергоменеджменту та інвестицій. Спасибо. И скажу, что, как я понимаю, он работает уже не последний месяц, а, вероятно, все-таки начали они функционировать еще до того, как на улице замелькали белые мухи. Дмитрий, почему сейчас вот именно Дмитрия предлагаю? Насколько я помню, еще до выборов городского головы последних, Дмитрий, в общем-то, очень активно выступал с различными различными инициативами, касающимися энергоэффективности. И, в частности, у нас на программе неоднократно об этом говорил. Мы еще сюжет посмотрим. Как-то вот, судя по всему, вы не очень востребованы с вашими инициативами, Дима. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за то, что пригласили. Уже большое спасибо. Я хочу сказать, что действительно мы не только мы как компания. Я хотел бы все-таки постараться представить собой все-таки само понятие энергоэффективности, потому что неважно, какая фирма, важно, чем вообще заниматься. То есть я не считаю, что у нас городские власти занимаются этим вопросом плотно. То есть Сергей Анатольевич сейчас долго нам объяснял о том, как нужно долго запрягать. Вы, к сожалению, не сказали, когда мы будем ехать. И у меня вопрос вот именно к вам, потому что так вышло, что в конце октября было очередное пленарное заседание сессии Горсовета, на котором как раз ставился вопрос о выделении 209 квадратных метров в городской собственности в аренду одному из вузов, это Могилянка, под размещение энергоэффективного котла как раз, твердотопливного. Речь об этом идет уже с середины 2014 года, то есть больше двух лет. Больше двух лет этот вопрос так или иначе пытается попасть в струю и каким-то образом решиться, а так вышло, что кроме как сессии, как решение сессии депутатов, этот вопрос никак не решается. Так вот, я вот к вам задаю вопрос, почему? Потому что очень хорошо, что вы пришли. Вы как раз один из тех депутатов, которые воздержались от принятия положительного решения, и я очень хочу узнать, почему. Потому что в тот момент, я знаю, двух голосов не хватило для этого
по сути, как мне кажется, уже проходного решения. То есть все вроде бы согласны были, только части депутатов не было почему-то в зале, потому что они, возможно, посчитали этот вопрос не очень важным, а часть воздержалась. Я вот хочу вам конкретно задать вопрос, почему? Что вас вынудило воздержаться? Мы так отодвигаемся от сюжета Вознесенской, ну, пожалуйста, задали вопрос, отвечайте. Я отвечу. Я воздержался. И абсолютно обоснованно. Потому что буквально накануне, все знают, у нас есть церковь Святой Екатерины на Сухом Фонтане. Так вот, буквально накануне батюшка Игорь взорвался в собственном доме. Взорвался в нем котел. Почему он взорвался? Все с комиссией расследовать. Ну, из того, что я знаю, как я этот вопрос понимаю, то на сегодняшний день вокруг этого вопроса есть очень много людей, абсолютно свято верующих, верующих в это дело и правильно делают, да, но при этом они не имеют достаточной образованности для того, чтобы эти вопросы решать как положено. Вспоминаем наше начало, наше антитеррористическая операция. Вспоминаем, когда появлялись, к примеру, там, какое-то вооружение, которое там, не отработав свой ресурс, оно взрывалось по дороге и так далее, и так далее, и так дальше. Потому что мы подзабыли все-таки, что есть основы, основ, согласно которого любая новая техника разрабатывается. И потому я дальше не буду в этот вопрос вдаваться, да, но я воздержался, потому что я был не готов принимать положительное решение. Я не понимал, какая техника там будет устанавливаться. И потому вот на эмоциональном таком состоянии, что мой очень хороший друг, к сожалению, слава Богу, мы его вытащили с того света, он жив. Вот это послужило тем, что я, хотя я был в вашей лично предприятии, видел ваше оборудование, я хлопал в ладоши тому, что вы делаете, но вот этот момент меня просто сдержал. Я не считал голоса, я просто вот внутренне не был готов принимать это решение, потому что вот накануне случилась такая трагедия с моим товарищем. Ну, я понял, что Сергей Анатольевич руководствуется армейским принципом «не трогай технику, и она тебя не подведет». Давайте послушаем, что хочет сказать нам зритель, он уже до нас дозвонился, и уже точно перейдем к сюжету Вознесенской. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Лукова пригласили, это хорошо, а наш мэр Александр Федорович во всех делах города Николаева знает и видит, где это нужно и как сберегать электроэнергетику. Он еще и может поделиться с мэром Вознесенска. Правильно пишут вам, что место мэра нашего должно соответствовать в эфире вашей программы. С уважением к вам. Спасибо большое. Ну что ж, я могу сказать, что на самом деле Александр Федорович, кстати, всегда откликается на наше приглашение, за что мы ему очень благодарны, но я просто действительно искренне хотел, чтобы он не отвечал за все направления сразу, поскольку у него есть именно профильный мэр, именно этого, профильный заместитель, именно этого профильного заместителя мы приглашали. Впрочем, присутствие Александра Федоровича, безусловно, делает наш разговор еще более серьезным и ответственным. Я полагаю, что на все, что касается, на все вопросы, которые касаются непосредственно Николая, Александр Федорович, конечно же, ответит, независимо от того, с какой стороны этого прохода он сидит. Сейчас давайте посмотрим сюжет о Вознесенске, и я с удовольствием предоставлю слово Виталию Дмитриевичу. Если захочет его поддержать или каким-то образом развить его мысль Александр Федорович, с удовольствием предоставлю слово, конечно же, и ему. Пожалуйста, сюжет. Міжнародна громадська організація Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ, Вознесенська міська громадська організація Агентства економічного розвитку та міська благодійна організація Фонд громади Вознесенська реалізують спільний проект зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в місті Вознесенськ. Мета – впровадження пілотного проекту з термомодернізації двох корпусів лікарні.
Первая задача была это найти, где можно сэкономить на этих же энергоносителях. В помощь нам это проект Польской фундации, этой, который мы утеплим, поменяем окна, поменяем всем отопление, воды, там все остальное. То есть сэкономим на этом. А на шуточку 6 миллионов гривен в год уходит на энергоносители. А бюджет Венесенской больницы на медикаменты, на все, и на анализы, и на пленку, и на медикаменты, и на наркоз, и на все, 1 180 000. То есть можно представить, если мы хотя бы миллион откуда-то перетянем, это в два раза, скажем, возможность лечить больных, мы, скажем, и так, вроде бы не худшие, но представьте, что можно еще. Ще у грудні минулого року в центральній районній лікарні відбулася стартова зустріч щодо проєкту «Зменшення рівня енергозбереження в будівлях лікарні в місті Вознесенськ», який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу зі співфінансування Вознесенської міської ради. Загальний бюджет проєкту становить понад 800 тисяч євро. Впровадженням проєкту займається фундація ПАУСІ, тобто вона є розпорядником грантових коштів, а міська рада буде займатися впровадженням проєкту на свої 20%, тобто на суму співфінансування. Тобто всі роботи будуть проводитись, закупівлі проводяться по стандартам Європейського Союзу. Також всі роботи будуть, закупки будуть проводитись через систему ProZorro. Тобто я гадаю, що дані заходи дадуть можливість більш ефективно використати ці кошти. Проєкт передбачає проведення низки заходів, які спрямовані на скорочення споживання ресурсів у лікарні. Все це відбуватиметься за рахунок запровадження енергоменеджменту будівель, заміни системи електропостачання, встановлення світлодіодного освітлення, встановлення геліоколекторів для забезпечення потреб підігріву води, встановлення нової системи вентиляції та опалення, заміни вікон та дверей, утеплення фасадів та горищ тощо. Скільки б влада не будувала в місті різноманітних, не втілювала, верніше, в життя різноманітних проєктів, люди будуть думати, що чим більше будують, тим більше крадуть. Це однозначно, і я так думаю, що нам, скоріше, більше, особливо органи місцевого самоврядування, ми повинні займатися виховною роботою і популяризувати заходи з енергоефективності, показуючи конкретні приклади. Також створено ресурсний центр, щоб сприяти підвищенню енергоефективності на рівні житлового фонду та муніципалітету, аби знизити споживання традиційних видів палива та збільшити частку відновлюваних джерел енергії в енергобалансі міста. Окрім того, фахівці надають консультативну та іншу допомогу у сфері енергоефективності мешканцям міста, головам ОСББ, муніципальним органам влади. Громадська діяльність – це, скажімо так, мене цікавить як людину, я соціальна людина, тому мені дуже приємно мати спілкування з іншими людьми, налагоджувати різні процеси. Чому енергоефективність? Ну, ще з шкільних років я дуже полюбляв точні науки, такі як фізика, математика, тому це для мене не стало складністю, а тренд говорить про те, що це буде дуже необхідна професія в майбутньому. Проєкт «Зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в місті Вознесенськ» фінансується Європейським Союзом в рамках програми «Демонстраційні проекти угоди мерів». Угода мерів – це ініціатива, започаткована Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Слідуючи цим зобов'язанням, підписанти угоди прагнуть скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи таким чином розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Ну, в принципе, я предполагал, что Виталий Дмитриевич сейчас будет комментировать, однако, поскольку Александру Федоровичу сказали, что он должен занимать достойное место, то вот он как бы решил воспользоваться этим, этой рекомендацией и прокомментировать первым. Пожалуйста, Александр Федорович. Я бы хотел сказать, ну, во-первых, большое спасибо за поддержку нашей телезрительницы. Во-вторых, я хотел бы рассказать про тот вопрос, который ставился мною дважды на голосование, и дважды он не набирал голосов по поводу котельной, которую хочет себе сделать Национальный университет имени Петра Могилы. И, ну, скажем так, люди хотят заниматься энергоэффективностью своего учреждения, но им не дают депутаты. Ну, разве это не, скажем так, тот вопрос про дороги?
Хочу сказать, что меня иногда вообще, честно говоря, пугает позиция оппозиционного блока, депутатов оппозиционного блока, которые просто в своем непонимании темы просто дробят, губят классные проекты. В частности, проект по третьему роддому, проект от НЕФКО, который мы должны были получить кредит НЕФКО, и они его не узгодили. Говорят о том, что у нас деньги лежат на депозите, а мы берем кредит НЕФКО для того, чтобы его реализовать. И тут говорится о том, что здесь простая математика. Деньги на депозите у нас лежат по 21%, а кредит нам дают по 3% в гривне. Кроме того, там еще есть грантовая составляющая, которая перекрывает все эти проценты, и еще часть кредита. То есть деньги от E5P, которые бесплатно даются в качестве гранта. То есть непонимание темы, вот это вот, и как раз вот эта вот дурость и нежелание делать городу лучше, оно как раз и приводит к тому, что город страдает. И иногда вот мне кажется, что депутаты оппозиционного блока, у них такая позиция. Чем хуже в городе, тем лучше для них. Поэтому я не хочу переводить в политическое русло, но самое главное, что иногда вопрос энергоэффективности натыкаются на стену непонимания депутатского корпуса со стороны, вот, в частности, оппозиционного блока. Не хочу всех объединять, как бы, но в частности оппозиционный блок, который, я очень надеюсь, и я рад, что вот выдвинул оппозиционный блок депутата Амельчука в качестве заместителя, что я готов пойти на это для того, чтобы город начал работать в направлении энергоэффективности, а не натыкался на это глупое блокирование из-за политических амбиций. Спасибо, Александр Федорович. Ну, коль скоро уже вы взяли слово, то, пожалуйста, вот уже точно, уважаемые зрители, пожалуйста, вот еще минут пять вам придется либо подождать, либо перезвоните, потому что никак не начнет мэр Вознесенска, он все-таки ехал сюда издалека. Вопрос вам, Александр Федорович. С 1 января 2009 года энергетический паспорт является обязательной составляющей проектной документации для жилых и общественных зданий при новом строительстве и реконструкции. Есть ли такой паспорт на строящийся ресторан «Мафия»? Вы знаете, я не государственная архитектурно-строительная инспекция для того, чтобы проверять паспорта и так далее. Для этого есть специальное учреждение, которое занимается проверкой, в том числе и ресторана «Мафия» и так далее. Что я могу сказать от себя? Я могу сказать со 100% уверенностью, что действительно ОСМД не является панацеей в вопросах энергоэффективности. Но ОСМД – это повод задуматься о том, кому принадлежит ваше жилье, вам или другим горожанам. Когда я покупаю себе машину, не делаю на ней ТО, постепенно загрязняется масло, постепенно начинают хуже работать поршни, она начинает употреблять больше и больше топлива, я не иду по городу и не говорю: дорогие горожане, помогите мне на топливо, потому что я свою машину не обслуживаю. Это моя машина, и я буду платить за ее топливо до конца ее жизни. Поэтому то же самое происходит с домом. Дом, все квартиры в нем приватизированы, многоквартирные. Дело в том, что жители частных домов не обращаются к вопросам в городскую власть: помогите мне утеплить и сделать мой дом энергоэффективным. Это обычно делают люди, которые живут в многоквартирных домах. Я настаиваю на том, что городская власть обязана заниматься энергоэффективностью объектов социальных учреждений, больниц, школ, училищ и так далее и тому подобное. Но вопросом энергоэффективности многоквартирных домов должны заниматься жители, а город им должен в этом помогать. Мы даем программу 90 на 10. Организуйте ОСМД и вашу квартплату, которую вы говорите о том, что бесполезно использует ЖЭК, возьмите эти 10%, дайте на утепление, на замену окон, дайте на замену, на утепление крыши и так далее и тому подобное. То есть, ну, людям нужно научиться, нашим николаевцам, как и всем украинцам, нужно понимать, что нам не стоит ждать подачек. Нам не стоит ждать, что нам кто-то поможет. Мы принадлежим себе, и мы должны сами разбираться со своими проблемами. Спасибо. Вы очень элегантно, по принципу, если бы у рыбы была шерсть, то в шерсти были бы блохи. И так поговорим о блохах. С ресторана «Мафия» перешли на ОСМД. Хотя я слово «ОСМД» не говорил. Но, вероятно, это тот месседж, который вы сегодня хотите донести до николаевцев. Сергей Анатольевич, я вижу вашу руку, вижу звонок зрителя. Однако я все-таки очень хочу, чтобы Виталий Дмитриевич наконец-то присоединился к нашей дискуссии, потому что ему наверняка есть что сказать. Виталий Дмитриевич, 3 минуты для того, чтобы вы все-таки успели вложиться. И, пожалуйста, очень коротко от меня еще, как бы, такой вопрос. На прошлой программе, когда вы были у нас, я спрашивал, каким образом вам удается при очень пестром составе городского совета все-таки решать те вопросы, которые нам не удается решать на николаевском уровне. Вы сказали, что вы договариваетесь. Может быть, вы, не знаю, какие-то курсы проведете по умению договариваться с разношерстными депутатами. Пожалуйста. Дякую. Важкувато відповідати на все і одразу. Ну, декілька тез. Перша теза, що є міста,
яким пощастило з міським головою, а є міські голови, яким пощастило з громадами. Я відношусь до другої категорії. І просто в Вознесенську склалося за роки, за останні десятиліття, дуже чітке бачення в громади, що ти повинен діяти, і тоді ти будеш жити краще. І насправді, якщо взяти навіть приклад на цьому демонстраційному проєкті, навколо якого ми крутимось, то Європейський Союз – це досить інерційна структура. І перед тим, для того, щоб отримати грант 800 тисяч євро, потрібно було підготувати 8 років назад план сталого енергетичного розвитку. Для того, щоб почати цей проєкт втілювати в життя, потрібно було рік готувати документацію. Для того, щоб ми отримали шанс серед багатьох міст і попали в 11 міст України, потрібно було більше 10 років проводити енергоаудит всіх бюджетних будівель міста, купивши програму відповідну, яка працює, де щоденно вносяться дані про витрати води, електроенергії, тепла, газу по всіх бюджетних установах міста. Потрібно було ще 10 років назад створити відділ, про який я говорив, де працюють молоді люди, яких я намагаюся стимулювати максимально, щоб вони нікуди не втекли, бо вони знають мову, комп'ютер і проєктну діяльність. А це не дуже легко вміти писати проєкти. Для того, щоб отримати якийсь результат, потрібно було б виграти цей проєкт і чекати цілий рік, поки європейці проведуть знову ж таки енергоаудит цих двох приміщень. Вони взяли за базу наш енергоаудит, з декількох об'єктів, які ми пропонували, вибрали два, а потім сказали дякуємо, ми проведемо ще самі. Поставили кругом лічильники, де можна, і цілий рік гроші лежали на рахунках, а вони просто рахували. Після цього ще півроку їх аудит енергетичний, тобто сам документ, проходив експертизу в Європейському Союзі. А все стоїть. Але оскільки в нас таких десятки проєктів, то здається, що постійно щось робиться. Тому я прошу, це вже друга програма, десь так нас нібито мають поставити, ставлять на гойдалку Луков Сінкевич, повірте, за рік зробити якісь кардинальні зміни там, де не нуль, а мінус, досить складно. І потрібно мати спеціалістів. Той молодий хлопчина, Олександр Заїка, він начальник відділу. І знайти такого хлопця ще в маленькому місті дуже складно. Далі показували вам, ну, в сюжеті є громадська організація, яка створилася сама і живе зовсім автономно без нас. Вони самі заробляють кошти на грантах різноманітних. Задача від влади тільки дати базу. Тобто, коли до нас підходять ці молоді люди, там близько 10 молодих людей, дві громадські організації, які займаються підтримкою ОСББ, юридичними послугами для ОСББ, енергоефективністю різним, вони приходять: «Та Дмитрич, можна ми перевіримо вас на прозорість бюджету? Давайте, хлопці, ви заробите кошти на гранті, я буду мати сторонню експертизу, бо мені її дорого найняти самому за гроші, а вам дають на це ці кошти. Можна ми гендерну політику перевіримо вас? Будь ласка». Можна енергоефективність, будь ласка. Люди навчилися самі працювати, ці молоді люди, і тепер ми вже їх такенько використовуємо. Зараз вони підійшли до нас з пропозицією створити револьверний фонд, громадська організація, за участю міського бюджету. Це ризиковано. Але в нас був фонд підтримки підприємництва, 50 тисяч гривень, який фактично був мертвий. Ми передали ці кошти їм, вони знайшли ще грантових 50 тисяч, зараз ми вже 170 тисяч, і вони позичають ці кошти ОСББ для того, щоб гасити тіло теплих кредитів. Ми розробили спільну програму, і зараз бюджет щороку буде додавати їм ці кошти. Але якби не було цих людей, кому б я їх давав? Та був будь-хто хочете на посаді міського голови, якщо тебе немає поряд людей, які це все розуміють, або які тебе ще підштовхують до цього, нічого тебе не вийде. Тому це спільний. Єдине, що тут не потрібно зупинятися ні в якому разі. Що стосується діалогу серед депутатського корпусу, ну, знову ж таки, це випадок. У мене насправді є дві золотих картки, два золотих голоси, як я їх називаю.
І от з тими двома я тільки домовляюсь. Але домовляюсь в якому плані? Я ходжу, переконую, привожу людей, коли мені не вистачає аргументів, я привожу громаду на сесію. Громада легше переконає депутатів, якщо правильно поставити питання. Бо були в нас конфліктні ситуації, де ми не могли реалізувати земельну ділянку під об'єктом нерухомості, який є власності. Це класні, по бюджетному кодексу, це на капітальний розвиток направляються ці кошти. Я розповідав депутатам, що через орендну плату ми 25 років ці самі кошти будемо збирати. Потім ще все рівно він буде платити податок, тому в загальному це десь 40 років буде компенсувати. А тут ми один за один рік. Ні в якому разі нічого не йшло. Прийшла громада, поставила депутатам ультиматум, і рішення було прийнято. Кожне правило своє. І я знаю приблизний розрахунок сил в міській раді. Я не можу порадити Олександру Федоровичу нічого, тому що йому набагато складніше, ніж мені. Повірте. Дякую, Тарас Дмитрович. Я хочу сказати, що ніяким чином ми не ставимо собі за мету десь вас протиставляти. Справа в тім, що є лідер. І це нормально орієнтуватися на лідера. Так сталося, що, на жаль, для мене, як для миколаївця, не Миколаїв задає тон у Миколаївській області у інноваціях, а саме в Вознесенську. Щось так сталося, і я думаю, що Олександр Федорович зі мною погодиться, адже це справді так. Тому це, скоріше, обмін досвідом. Скоріше, це завдання тієї планки, до якої, я розумію, треба ще рости нашим міським депутатам, на нашій міській громаді, принаймні у плані того, як відстоювати свої права. Дякую за ваш коментар. Зараз послухаємо нашого глядача, потім Сергію Анатолійовичу було ще сказати, і наші експерти вже виявляють занепокоєння. Будь ласка. Так, будь ласка. Добрий вечір. Немає ще порядку. Все залежить від того, що ти шукаєш. Дякую. Будь ласка, в ефірі, кажіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Меня зовут Нина Васильевна. Вот вы говорите, что надо там окна утеплять, менять и двери, и окна. Вот. А если мы, допустим, два пенсионера, и нет возможности поменять окна и двери, и у нас электроплиты. Раньше нам давали 250 киловатт на это, сейчас 100 киловатт льотных. И вот представьте себе, только не успел ты плиту включить, она уже мотает. Как можно сэкономить? Надо и покушать, и приготовить. У нас вот в каждой комнате кругом энергосберегающие лампочки. Лампочка стоит сейчас на данный момент 100 гривен. И вот как можно экономить и как можно жить? Как можно на эту пенсию сейчас оплатить квартиру и прожить? Спасибо. Сергей Анатольевич, в общем, собирался не на этот вопрос отвечать, у вас был просто комментарий, хочу вы немножко сможете как-то помочь зрительнице, хотя бы сориентировать ее в плане движения к выживанию, пожалуйста. Я сейчас скажу вещи, которые мэрам не понравятся. Uh-huh. А я, тем не менее, их скажу. Смысл в чем? Я рядовой житель, вышедший на пенсию, вот как звонящая женщина, да? Я всю жизнь проработал, например, на заводе «Экватор» или на Черноморском заводе, на «Заре», неважно где. Но я добросовестно проработал. Добросовестно платил налоги. Добросовестно платил квартплату. У вас ко мне нет вопросов. Но почему сегодня, вы говорите о том, что вот это ваши проблемы? А моральные аспекты этого вопроса где? Я вот об этом хочу сказать. Я платил налоги. Вы должны были эффективно ними управляться. Я платил квартплату. Вы должны были эффективно ее использовать на вопросы, связанные с энергоэффективностью. Вопрос этот сейчас... Подождите, я не закончу. Тогда я всем дам слово. Я специально это делаю. Специально хочу... Понятно, да. Так вот, я еще раз говорю, ребят, есть моральный вот аспект этой проблемы. Есть разный уровень благосостояния населения. И я согласен с вами, что нужно с каждым двором договариваться по-своему. То, что сказал, например, Александр Федорович, там программа 90 на 10, 10 на 90 и так дальше. Это кропотливая работа.
со стороны власти, с населением. И нужно в любом случае идти к той цели, которую мы намечаем. Есть Вознесенск и Николаев, это разные города, и хорошо, что ребята даже в этих условиях, да, там у них этажность, наверное, средняя, значит, ну, понятно какая, да, вот, тем не менее, они тоже это дело начали, и потому я все-таки хотел бы, чтобы со стороны власти, вот как рядовой житель, да, все-таки как-то вот эта моральная составляющая, она тоже учитывалась, потому что, ну вот не может эта женщина сегодня себе позволить даже заменить окно. При этом сегодня уважаемый мэр говорит, что заменить окно — это еще не факт, что получишь эффект. А потому надо помочь. Государство должно на себя взять свое бремя, свою ношу. Местные советы должны взять на себя свою ношу. А население должно принять на себя свою ношу, которую оно должно в любом случае нести. Вот тогда что-то у нас получится. Ну, после этих слов, когда вы говорите, что я вот пенсионер, я всю жизнь работал. Я таки пенсионер, да. Не-не-не, я всю жизнь работал и теперь имею право, да, уже получать там благо сегодня. Я не так сказал. Уже, ну, а сейчас встанет человек-бизнесмен, который скажет, а я плачу налоги, работаю, все честно работаю, а на мою шею сегодня 2 пенсионера, 3 пенсионера, 4 пенсионера, все больше и больше, да, и человек не в состоянии заработать на пенсию этим людям. То есть вся система гнилая, да, то есть мы сейчас вот на этой вот передаче не должны обсуждать систему государственную, да, мы должны сейчас обсуждать вопросы энергоэффективности, энергосбережения. Давайте немножко вот в это русло вернемся. А мы же это и обсуждаем. Когда мы говорим, что там энергоэффективные лампочки, стиральные машины, там чайники, все, люди это понимают и без передачи. Они есть деньги на лампочку купили, нету, экономят как-то, да. Мы говорим о тех проблемах, которые в городе на сегодня существуют, более глобальные. Есть у нас там облтеплоэнерго, да. И мы все понимаем, что предприятие, оно почти банкрот, да. Вот на сегодняшний день люди не получают зарплату, проблемы по городу, теплосети, все. И понимаем, что не в этом году, в следующем году будет Алчевск, да. В этом Николаеве, да, да? И вопрос, что надо делать, вот в чем власти могут помочь, да, чтобы город как-то вот не дошел до того кризиса, то есть в каком месте точку перелома сделать. Так это же не энергоэффективность. Это эффективное управление ресурсами. Ресурсами, но для каждого человека, который живет в квартире, он вот на сегодняшний день сидит и думает, что мне вот лучше, ждать, пока завтра вот рванет вся система вот теплосетей, да, или дайте мне возможность там поставить в мою квартиру какой-то котел, да? Нет, сегодня давайте начнем с того, чего вообще Ярослав нас сюда пригласил. Это программа, которая должна, Ну, разъяснить людям суть проблемы. Проблема в чем? Ответственность самого человека, ответственность власти, ответственность государства. Это, понимаете как, он несет разумное в наше общество, чтобы люди понимали, потому что то, о чем вы говорите, оно не консолидирует наше общество, оно нас наоборот начинает рвать, противоставляет, к примеру, облтеплоэнерго, это считайте власть, и население. Этого нельзя на телевидении вообще делать. Спасибо. Ну, на самом деле, у нас на телевидении это, в общем-то, это такой слепок того, что думают и понимают николаевцы. Для того мы здесь и собираемся, и в прямом эфире это обсуждаем. И, собственно говоря, разница позиций подтверждает, что и в обществе у нас нет единого какого-то мнения. Я хочу, Виталий Дмитрович, спитати вас. Тут глядачі питають, який саме ультиматум вашим депутатам пред'явила громада, коли вимагала від них рішення проблеми? 2 метри землі чи щось менш радикальне? Ні, ну, факт, справа в тому, що там були конкретні питання, пов'язані з реалізацією, і одразу ж від міського голови був такий меседж, куди ці гроші однозначно будуть направлені. Це були зобов'язання міської влади перед ОСББ, одним з найбільших ОСББ в місті, де ці люди були першими, вони були як локомотивом руху ОСББ, до речі, в Вознесенську вже майже 80% квадратних метрів житла ОСББ. І 80%, так я вільно сказав. Тому влада тоді стимулювала, міська влада стимулювала тих, хто були перші. І це наше зобов'язання, залишилося заміна даху на шатровий, і саме ці кошти були туди направлені. Ну, можете уявити, який настрій в людей, в яких протікає дах, і вони бачать, що конкретні депутати
зупиняють цей процес, щоб в них дах перестав тикти. Мені не потрібно було більше нічого робити, просто показати реальну причину тих, хто винен в тому, що щось не відбувається на користь цих людей. Можливо, це не зовсім гуманно по відношенню до депутатів, скажімо так, але в якійсь мірі, коли в тебе закінчуються аргументи щодо приведення людей до здорового глузду, мусиш використовувати ось такі заборонені прийоми в якійсь мірі. Ну, повірте, у нас ведеться відеоспостереження, відеотрансляція вже давно. Ми теж виграли один з проєктів, і це кошти грантові. Наші деякі депутати звертаються навіть так. Шановні депутати та глядачі, вони люблять ці зірковий свій цей момент і звертаються до тих, хто в інтернеті за ними спостерігає. Це досить дисциплінує людей. І громада поки бачить сама, люди відчувають, що вони можуть вплинути на владу. Не колись, не чекати тільки виборів, а вплинути саме на цей момент. Не було конкретних ні слів, ні фраз, ні дій, слава Богу. Дякую. Наші експерти готові долучитися до дискусії. Будь ласка, Андрій Слободянник, Дмитро Канарський, Олег Чалов, будь ласка. Перше, що хотів би сказати, просив би повернутися всіх в саме начало програми. Чому? Тому що ми говоримо много, але ми до сих пор не определили в студії, що таке енергоефективність. Звучали слова енергоефективність, енергозбереження. Уважаемый колега уже начал говорить о енергозамещении. Мы занимаемся, по сути, подменой понять, сами не понимая, что такое энергоэффективность, что такое энергосбережение, что такое энергозамещение. Теперь по поводу того, что продолжу мысль Виктора, по поводу второго Алчевска. На самом деле, наверное, я первый, кто начал об этом говорить года два еще назад. И я планомерно это говорю. Нас ждет второй Алчевск. Хотим мы этого или нет? Просто надо немножко проанализировать ситуацию. Вот у меня есть, попала в руки хорошая бумажка. Это статистика предприятия Николаев Облтеплоэнерго, одного из поставщиков тепловой энергии в Николаеве, если не основного. Наверное, основной, да, Александр Федорович? Основной. Так вот, согласно их статистическим данным, у них КПД генерации 91%. 91%. Вечный двигатель. Сейчас я дальше скажу. Да все понятно. Это если верить данным Укртрансгаза по калорийности сырья. А так как оно не соответствует действительности, если принять во внимание те показатели, которые реальны, 105%. Кто в это верит? Причина в том, что меньше 90 использовать котельную нельзя. Просто подгоняют под показатели. Второй показатель. Выработали 441 тысячу гигакалорий тепла. Выработали. Фактически отпустили в город 395. Это то, за что они получили деньги в конечном итоге. То есть они уже признали, что вот 40 тысяч – это гигакалории, это наши потери. То есть, чтобы зрителям было более понятно, если это перевести в деньги на сегодняшний день согласно существующему тарифу, это порядка 56 миллионов гривен в воздух. Что будет дальше? Дальше закон о коммерческом учете тепла. Потери будут расти. Предприятие уже и так в долгах. И долги будут только накапливаться. Что с ним будет? Или второй Алчевск, или второй мягкий вариант, второй Ужгород. Но на второй Ужгород денег нет. Спасибо. Спасибо. Сейчас, Сергей Анатольевич, я думаю, что, в общем-то, тут накопится вопросов, а иначе я боюсь, что наши эксперты вообще не успеют высказаться. Так, Дмитрий, давайте ваши две минуты подождет зритель, и потом я передам слово зрителю. Пожалуйста. Ну, так получилось, что мы уже сначала начали с Сергеем Анатольевичем общаться, оппонировать. Я восхищаюсь вами как теоретиком. Я хотел бы все-таки действительно вернуться к нашим всем вопросам. Смотрите, вы за то, чтобы планомерно изучать вопрос, продолжать его изучать. Ну, тем не менее, вы так сказали, очень красноречиво мне кивали, когда Виталий Луков рассказывал о том, что у них проекты тянутся там годами и еще будут тянуться какое-то время. Дело в том, что мы вот сейчас в состоянии, вот только что вам говорили об этом, ну, в принципе, это всем известно, кто хотел бы знать. Мы сейчас тонем уже давным-давно. У нас лодка тонет, причем капитально, уже никакой насос не спасет. И сейчас речь идет о том, что давайте быстро какую-то латку забабахаем,
і будемо займатися чим-то другим, срочно, тому що ми тонем. Ви, ну, ви не прямо це говорите, але, скажімо, я це так інтерпретую. Ви пропонуєте составити проєкт, піти підписати його там у кого-то, потім зайнятися ізученням питання, а є ли смисл цим зайнятися і так далі. У нас немає часу на це. І ми могли б уже зараз, от цей рік, что мы потеряли, потому что мы его потеряли. У нас вот год назад была передача. Я думаю, что каждый из вас может сам себе ответить на вопрос, что за этот год изменилось. Так вот, мы... Ну, как вам... Мы ничего не сделали, и мы можем сделать хоть что-то, каждый из нас. Вот я представляю эту фирму, ну не только там, как эксперт здесь выступаю, я работаю в фирме, которая может что-то предложить. Фирма уже предложила городу. Предложение было отклонено. Отклонено было формально комиссией ЖКХ нашего городского совета. Городской совет в 2011 году сам себе постановил, что никакие вопросы аренды земли не могут проходить мимо комиссии ЖКХ. То есть сам себе совет сказал, вот эти там несколько человек этот вопрос решают. Так вот сейчас эта комиссия состоит больше половины, из нее это ОПА-блок. И так вышло, что все, практически все члены комиссии, в том числе и самопомощь, у меня есть вопросы к ним, и другие фракции, все сказали против. Они сказали, нам это не надо. Нам в 5 школах и садах Николаева нам нужно оставить дальше уголь, там 47-го года выпуска котлы. Мы не будем ставить туда за бесплатно котлы, которые работают на пилетах. Вот что мы... Что еще мы должны планировать вот в данный момент? Объясните. Я объясню. Спасибо, Сергей Анатольевич. Одну секундочку. Все-таки нас часто звонят с мобильных телефонов, и люди действительно довольно серьезные деньги просто тратят в ожидании выхода в эфир. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень люблю, когда на передаче присутствует Александр Федорович, и поэтому хочу воспользоваться моментом. И такая просьба у меня большая к нему. Можно как-то навести порядок в конторе, в газовой по 7-й Слободской? Там постоянные очереди в абонентском отделе. Ему нужно проводить целый день. Ну, вообще, ну, это кошмар какой-то. Сидишь, там люди все старые, молодые вообще не в состоянии, потому что они работают по любому элементарному вопросу. Пожалуйста, что-нибудь придумайте. Или операторов там добавить, или как-то. Раньше нигде такого не было. В водоканале свободно решаются вопросы. Здесь ужас и кошмар. Вот. Я считаю, что нам повезло с головой, хватит Вознесенской с громадой, а нам с головой. И желаю вам договориться с нашей громадой. Успехов вам в дальнейшей работе. Спасибо большое. Спасибо большое. Я в очередной раз хочу обратить внимание наших зрителей, что тема программы все-таки энергоэффективность. Поэтому, конечно, мы можем там проследить преемственность газ, эффективность и так далее. Но все-таки не забывайте, пожалуйста, о существовании оперативного дежурного, который круглосуточно находится на телефоне. Александр Федорович сейчас скажет, как туда звонить. А также приемной мэра, куда можно обращаться с такими вопросами, не касающимися темы программы, не дожидаясь четверга. Александр Федорович, пожалуйста. Да, конечно. Я, во-первых, хотел бы сказать, что мне повезло с громадой, как и Виталию Лукову, у меня хорошая громада, потому что если бы не эта громада, то я бы не сидел в кресле городского головы. Поэтому не стоит себя недооценивать. Я вас люблю, как и вы меня, и очень надеюсь оправдать ваши все надежды. Ну, как минимум, точнее, максимум большинство ваших надежд. То, что касается проблем газового хозяйства, к сожалению, к великому сожалению, ни городской совет, ни городская голова не влияет на этого монополиста, с которым у нас очень сложные отношения. Я у них требую там не ставить подомовые счетчики, вымогаю просто своими решениями, там, распоряжениями и так далее. Им на все они это ложили. Мне очень приятно слышать, что вы говорите, что в водоканале все в порядке, потому что как раз водоканал – это коммунальное предприятие городское, и мы там наводим порядок, и будем дальше там улучшать это предприятие. А к газу я сделаю еще одно обращение к тому, чтобы обратить внимание руководства Николаевгаза на то, чтобы улучшить сервис в этой организации. То, что касается водоканала, и это пример энергоэффективности, вчера мы запустили работу по грантовому проекту и по кредиту Европейского инвестиционного банка, который 5 лет тормозил. Я наконец-то его этот проект запустил. Вчера мы начали строительные работы. Отыгран тендер, будут работать австрияки, ну, в смысле австрийцы. Там будет, очень рад я, что будут работать заграничные люди. Проводится контроль Европейским инвестиционным банком, то есть они контролируют выполнение работы с расходованием средств. Что мы сделаем энергоэффективным? Мы улучшим, поставим энергоэффективные насосы, которые
которые будут не просто молотить на полуприкрытых задвижках, а будут частотники, которые будут использовать и сохранять нам 5 миллионов ватт в год электричества, электроэнергии, которая пойдет опять же на возмещение этого кредита. И также у нас будет, мы сейчас работаем в дальнейшем направлении развития стратегического предприятия очистных сооружений на то, чтобы строить котельную, которая будет сжигать илы, которые остаются у нас после очистки сточных вод, и использовать их как в качестве как генерации, генерирования электроэнергии для водоканала, так и в качестве тепла для ближайших домов, чтобы они могли пользоваться этим теплом по минимальным тарифам. Спасибо большое. Сергей Анатольевич, я знаю, что вам есть что ответить, но все-таки Олег Чалов ни разу мне еще не говорил. Давайте все-таки Олега Чалова, а потом вы получите свои 3 минуты, я вам честно обещаю. Пожалуйста. А, и Иван еще у нас тоже хотел. Давайте все-таки, чтобы все эксперты высказались. Пожалуйста, Иван, Олег. Сергей Анатольевич, говорил вначале про паспортизацию домов. Я с этим согласен, но я считаю, что подход должен быть немного иным. То есть у вас подход такой корпоративный, когда есть вот организация централизованная, и все это делается четко, строго по плану. Я считаю, что в большом городе или даже в стране это, по плану это будет достаточно сложно и не самый эффективный вариант. Что должны быть созданы условия для того, что у кого, допустим, все дома изначально без паспорта считается, как вы говорите, буквы «Ж» и ниже. Есть класс. Нет, класса «Ж» и ниже. «Ж», есть, да, и ниже. Пока дом не прошел, скажем так, паспортизацию, то считается, что, допустим, класс «Ж». Соответственно, на него накладывается стоимость обслуживания и прочее, прочее. То есть я имею в виду, что это должно быть на государственном уровне решено, чтобы это было более дорогое владение таким домом. Хотите это, вот квартиру продаете, там, почему? Я объясню сейчас. Хорошо, я отвечу на все вопросы. Хорошо, смотрите, получается, какая вещь такая? Владельцы непаспортизованных домов, им более дорогое владение, обслуживание, продажа по более низким ценам для того, чтобы вынуждать всех. То есть и будут искать варианты сами, за счет бюджета, искать какие-то гранты и прочее для того, чтобы сделать паспортизацию дома, после этого, скажем так, проводить все энергосберегающие, улучшать свой дом. Назовем так. Спасибо. Так, Олег Чалов, потом, боюсь, до конца программы не выскажется, и потом опять по 3 минуты нашим гостям. Пожалуйста. Я хотел бы сказать о том, что программы есть, программы известны, что делать. Начинать с паспортизации, какие-то мероприятия разрабатывать. Начинать надо с аудита. Да, начинать нужно с аудита. Я хотел бы сказать о контроле, которого практически нету в Николаеве. Вот я просто знаком с Вознесенском достаточно давно. И, в принципе, с Николаевым знаком. Хороший пример, вот тот ремонт, помните, крыши на 8 марта? Конечно, да, это мой округ. Вот. Мы, кстати, с вами когда-то там работали по монополистам, которые отключили 2 стройки, 5-этажки. Мы этим занимались, но сейчас мы занимаемся, наши специалисты занимаются и аудитом всевозможным. То, что мы проехали, посмотрели в городе, это просто, если честно, я не ожидал такого. Да, я ожидал, где-то будет какой-то дом там с разбитыми окнами, например, в подъезде. То есть элементарно посчитать, сколько занимает процентов объем подъездного помещения от общего объема дома. И если там нет окон зимой, а жители говорят, у нас ледяные стены, потому что через вот эти мосты холода, то есть это передается в соседние квартиры. И ситуация практически везде одинаковая. У нас есть какие-то ЖЭКи, да? Но никто не контролирует. Дальше самое интересное. Мы вот показали немножко теплотрассы. Мы проезжали там, где есть заезд с дороги. Там красиво, все видно, свежие стяжки, свежая изоляция, все вроде сделано, но стоит зайти куда-то, где место недоступно, так вот для мимоходом посмотреть. Там вообще никто ничего не делал, но я так подозреваю, что по отчетам там все сделано, то есть кто-то украл. Да, Вознесенску в этом плане проще. Я лично знаком с господином Ержовым, они срезали все теплотрассы, убрали все эти ужасные котельные, убрали весь этот совок, и все жители сейчас с индивидуальными котлами. То есть этой проблемы нет. А у нас
поймите, нет контроля элементарно. Вот как с этим быть? У нас нет контроля, что делает ЖЭК, хотя есть строение по паспорту, там должно быть, грубо говоря, остекление, а там забито какими-то картонными там, от телевизора, либо вообще открытые окна. Вот почему нет контроля за фондом? Я отвечу. Сейчас, секунду, 30 секунд, Андрей Слободяник, и все. Вопрос следующий. Вот Олег говорит, что в городе Вознесенске нету центрального отопления как такового. Вы можете сказать причину, что стало первопричиной для того, чтобы было принято такое решение, и город отказался от централизированного отопления? Спасибо. Так, все, по 3 минуты, пожалуйста. Эксперты, руки не тяните. По 3 минуты, Сергей Анатольевич, Виталий Дмитриевич, пожалуйста. Дим, толерантно тебе отвечаю. Наш город называют Путкоградом. Я говорю об энергоэффективности. Но привожу пример понятный. Думаю, тебе он должен быть понятный. Потому что, судя по тому, что я слышу, оно не совсем тебе понятно. Почему он Будкоград? Уже ж очевидно, да? Мы говорим, что те люди, архитектура города, мэр это сказал, не я сказал, это мэр сказал, они не занимались 5, 10, 15 лет предшествующих этим вопросом. И потому мы превратились в Будкоград. А если бы мы этим занимались вопросом, то мы были бы, ну, к примеру, если Вознесенск показательный в этом вопросе, мы были бы, к примеру, в Вознесенском или в Виннице. Вот то же самое сегодня я пытаюсь донести до вас. Мы бедная страна, очень бедная страна, с большими постсоветскими проблемами в энерго, в рассматриваемом вопросе. Это длинный, это архитектура наших строений. Понятно, что такое архитектура? Понятно. Это длины наших теплотрасс, мы об этом говорили. Это уйма вопросов, связанных с рассматриваемым вопросом, влияющим на него существенно, да? Которые нужно начинать решать правильно. Вот мы превратились в Будкоград, потому что мы неправильно управляли вопросами, связанными с архитектурой города, и превратились в Будкоград. А учитывая, что мы, к примеру, там, на свою скудную зарплату приходим в магазин и не покупаем хлеб, к примеру, там, за 7 рублей, а покупаем за 3,20, потому что там городской и так дальше. Мы свои деньги пытаемся, свой бюджет, да, семейный, мы пытаемся его распределить таким образом, чтобы его хватило на весь месяц, чтобы нам не сдохнуть с голоду. Так вот, я об этом и говорю, что мы настолько бедная страна, и город бедный, да, у нас экономика вже, да, нам нужно те деньги, которыми мы располагаем, эффективно вкладывать. И шаг за шагом решать проблемы, чтобы у нас не было Алчевска, чтобы у нас не было там второго города и так далее. Не говорить. И кто сказал, вы слушаете, что говорит мэр, вы слушаете одно, а говорите другое, понимаете другое. Он говорит о том, что европейцы, зная наше, так скажем, в кавычках, правильное отношение к не своим деньгам, они мало того, что дали деньги, а потом 1000 раз проверили, и только потом разрешили делать то, что они разрешили. Я вот об этом говорю. А мы пытаемся начать с середины пути. Я не возражаю против вашего котла, не возражаю. Но он должен быть установлен в результате конкретного, в нужном месте, в нужное время, после конкретного изучения вопроса. И это должно быть установлено в этом документе, который скажет, да, в этом месте, в этом, вот там, где тебе в аренду не дали, там должен стоять котел, именно тот, о котором мы сегодня говорим. Просто так. Поставить туда котел и убедиться в том, что ой, блин, мы ошиблись, у нас нету ни времени, ни денег, и нам не простят наши дети. Вот о чем я хочу сказать. Спасибо. И потому... Сергей Анатольевич депутат с большим опытом, он четко знает истину, которая знакома каждому депутату. Хочешь похоронить вопрос, создай комиссию. Я специально пригласил Виталия Дмитриевича, потому что мы можем ссылаться на европейский опыт и пожимать плечами, и говорить, ну да, это же у них там.
Мы даже можем говорить про Винницу и говорить, не, ну там же ж Гройсман, там же у него же там связи и так далее. Мы можем говорить там о Херсоне или обо Львове. Ну, в Херсоне вот у них там такие обстоятельства, а во Львове так вообще граница рядом. Ну, простите, Вознесенск, это Николаевская область. И они живут в таких же самых, такой же самой системе координат. У них такая же приблизительно, такой же уровень жизни у граждан, у жителей Вознесенска. Там все, в принципе, такое же. Я вам скажу, почему вот я настолько люблю Вознесенск, почему я каждый раз стараюсь приглашать мэра. Потому что это единственный город, в котором, ну, по крайней мере, тот, который я знаю, наверняка есть еще другие, в котором руководители города не говорят, вот депутаты примут хорошие законы, будем работать. Вот мы бы начали, но пока вот нам тут мешает, у вас государство неправильное. Там просто берут и делают. Там уже страховая медицина, образец для всей Украины. Там уже с ОСМД вопрос практически решен. И так далее. То есть вот это то, что у наших соседей, в нашей области происходит. И там совсем другие подходы. Поэтому я вот очень хочу, чтобы Виталий Дмитриевич не расценивал свое приглашение сюда как попытку противопоставить его мэру. А просто, может быть, нашим депутатам, нашей общине, нашим, я не знаю, чиновникам, вы объясните, почему у вас получается, а нам все время что-нибудь домешает. Пожалуйста, Виталий Дмитриевич. Дякую. Слава Богу, что до выборов еще далеко. Бо мені прийшлося пояснювати своїм опонентам, як я з вами домовився за таку передачу. Я хотів би сказати, що насправді все-таки міста різні. На початку, коли Юрій Іванович через коліно, по-різному, робив газифікацію всього міста Вознесенська, багатоквартирних будинків, тоді була ціна на газ для населення копійки. Ціна на газ для теплостворюючих підприємств була висока. І різниця в теплу, яке приходило з централізованої котельні, і тепло, яке отримала сама людина, була дуже суттєва. І фактично, дійсно, люди вигравали буквально за рік-два, вони повертали кошти, плюс вони самі управляли процесом. Зараз, в цей період, на теперішній час, коли вартість газу для населення і для теплових підприємств майже однакова, цього робити, мабуть, не потрібно. Зараз потрібно йти іншим шляхом, робити так звані квартальні котельні і міняти теплотраси. Міняти теплотраси і ставити теплові пункти. Це те, що потрібно робити в першу чергу в містах, де не перейшли на індивідуальне опалення. Тому це економічно виправдано, тим паче це не я придумав. Все зроблено, вже треба списати. Треба подивитися в країнах, як це робиться і що дає ефект. Поляки колись в свій час побудували море нових котелень, верніше, вибачте. Потім у теплі будинки поміняли теплотраси, половину котелень закрили. Тому що їм стільки тепла не потрібно. Є навіть різниця от зараз по Первомайську і по Вознесенську. Первомайську вигідно ставити зараз і заключати договори з комерційними структурами, які ставлять свої котли, потім продають тепло. Чому? У них величезна махіна теплового цього господарства, і місто не витягне швидко поміняти все. Тому вони йдуть різним шляхом і дають комерційним службам ставити свої інвестиційні так звані проекти, і самі ремонтують своє господарство. Я, наприклад, чесно кажучи, до нас неодноразово приїжджали компанії із електричними котлами, з теплоакумулюючими ємкостями, із альтернативними котлами. Я сказав, дякую, хлопці. У мене в моєму комунальному підприємстві вартість однієї гігакалорії 1600 гривень для бюджету і 875 гривень для населення. І я можу зробити ще менше, і я не хочу, щоб хтось на місці заробляв в мене. І якщо я бачу, що комунальне підприємство під кінець року має якийсь невеличкий люфт, нам легше заплатити напряму з бюджету, його підтримати і стримати ріст тарифів, хоча б або не так різко його кидати. В Миколаєві теж потрібно, мабуть, йти в різних мікрорайонах різним шляхом. Тобто, де це зручно робити квартальні котельні, потрібно квартальні. Де є одноповерхова забудова, можна робити індивідуальне опалення. У нас зараз з'являється інша проблема – це димовинканали.
тому що вони пристосовані для холодного повітря, а зараз там йдуть продукти згорання. Тому в нас постійний йде ремонт там, де ми зараз втрачаємо. Ну, не ми, люди. Чим вони розраховуються постійним ремонтом, обслуговуванням димових каналів. Тому що не можна допустити, щоб вони почали руйнуватися від продуктів згорання. Але це менше зло, чим якби зараз я собі уявляю, щоб я був міським головою, де не замінені теплотраси, де старі котли. Це просто жах, це страшно. Це, повірте, це страшно. Тому ми пішли таким шляхом. Тоді це зорієнтувався Гіржов. Він зробив вірно, абсолютно. Люди 15 років спокійно живуть. Ми навчилися ремонтувати димові канали. Зараз шукаємо технології. Зараз є такі, опускаються рукава під тиском, роздувається відповідно композиційний матеріал. І цей димовий канал вже захищений. Але починати робити це сьогодні, при такому паритеті цін між централізованим опаленням і індивідуальним газовим своїм, вже не варто. Тут потрібно йти шляхом невеликих квартальних котелень, або до тих котелень, які є, робити невелику зону, тому що в основному втрати йдуть по дорозі, звичайно. Тому тут різні шляхи в різних містах. І потрібно рухатись. Дякую, Віталій Дмитрович. Добре, зараз по 2 хвилини нашим експертам, будь ласка, починаємо. Я хотів би не 2 хвилини, а чуть-чуть менше такого. Це от к слову Сергія Анатолійовича і Лукова, и Дмитрия, что по идее такой, которую предлагает Кантор, должна быть продумана стратегия для конкретного района, и эта котельная должна обслуживать не только Могилянку, а еще ближайшие дома. Это все индивидуально. Вы же слушаете, вот что говорю, уже не я говорю, уже говорит политик. То, что я хотел сказать на этой передаче, это про СМД и энергоэффективности, да, ну, жилого фонда. С чем я столкнулся, что для того, чтобы эффективно, активно СМД вступали в эту, скажем так, систему, то есть это тепловые счетчики, тепловые пункты и прочее, должна работать эффективно и прозрачная система получения по этой программе 10 на 90. То есть когда все четко знают, ну, на каких правилах все это основано. Это же решаемо. Это, в принципе. Сняли Репина, поставили Иванова. Ну, решаемо же это, понимаете? Нет, а получается какая вещь, что сейчас это такое, нет гарантии, что ага, вот это такое, вроде бы все оно есть, а и тянется. А Алчевск-то надвигается, судя по тому, что говорит ваш коллега. У нас выхода другого нету. Вы слушайте, что говорит мэр. Он говорит, что город наш, и они разные. И мы в этом городе можем иметь 120 подвариантов решения этой проблемы. Например, он сегодня на девятиэтажный дом просто так крышную котельную не поставишь. Потому что есть строительные нормы и правила. Надо меньше болтать. Почему? Я поставил. Ну вы поставили, это же не факт, что вы поставили по нормам и правилам. Если по дом правилам соответствует, нет сейчас, проблем. Виктор, сейчас ему вот но, вы же понимаете, это нужно тоже в каждом индивидуальном случае. Скажите, пожалуйста, сколько у вас домов? Сергей Анатольевич, вы городе? Отъели полторы минуты, хорошо. Отъели у нашего эксперта. Сколько домов у вас многоэтажных? Это 5-поверховых будинков, близко 100. 9-этажных? Немає зовсім. Вопросы есть? Я счастливый міський голова. 3085 домов, в основном они 9-этажные, и 100 домов. Это разные вещи, товарищи. У нас около 3000. Ну, я могу ошибиться. Хорошо, может, достроили в прошлом году. Светович, давайте все-таки, Иван, закончить. Вы закончили, да? Хорошо. Олег, пожалуйста, я всех вижу. Александр Федорович, готовьтесь к вашим 3 минутам, пожалуйста. В своей работе в «Энергетика и закон» мы бываем от Львова до Харькова. Я очень хорошо знаю Вознесенск, много друзей, там даже какое-то время там, ну, то потом. Эффективность взаимодействия громады и мэрии – это просто показательный пример. Вот Вознесенский сайт, если открыть, там есть такой, например, сервис «Ваш депутат». Там нажимаешь на улицу, видишь фамилию. Там публикуется бюджет. Это вот я всем говорю, там нам обещали по бюджету. И у нас есть это. У нас уже есть, да, уже дожали мэра. С какого момента он появился? Этого, когда... За 2 полугодия. Значит... Да я шучу, но надо разрядить ситуацию, а то все влезли в энергоэффективность. Все вопросы, вот было хорошо сказано в части энергоэффективности, для каждого квартала
есть какое-то свое решение оптимальное. И поэтому важно, кроме того контроля, о котором мы говорили, о состоянии этого бардака, важно как-то усилить это взаимодействие. Правильно. А Дима говорит, нет, мы этот путь не пройдем, мы сразу поставим наш котел, и все будет классно. Ну, Дима продает котлы. Правильно, а я же говорю, Дима, пока мы туда его поставим, это комплексная мы еще убедимся это в том, очень что он емкая проблема. Мы были, недавно собирались на международном форуме в Киеве, собирали агентство по энергоэффективности, там были иностранцы, была вся Украина, и нас пригласили как представители общественной организации. Это все в Украине только начинается на сегодняшний день. Вознесенск ушел, потому что там начали раньше. Ну и город. Формат города очень удобный. Нет 9-этажек. Очень удобно поставить квартиры эти настенные котлы. То есть там как бы ну, с этим было немножко проще. Нет, просто но многие примеры можно взять можно. По части взаимодействия громады и мэрии. А наши, ну, кто там, как-то усилить контроль над тем, что есть, потому что формально на бумагах оно так, но на деле оно неизвестно как. Точнее, известно как, оно вообще в ужасном состоянии. Спасибо, Виталий Владимирович, вам есть ответить, потом Дмитрий Канарский, пожалуйста. Я хотів би, наскільки я зрозумів, ми так щось кругом однієї котельні, мова йде про котельню на конкретному об'єкті, ну, наприклад, конкретного навчального закладу, своїм бюджетом, своїми правилами гри і так далі. Отут, шановні депутати, не треба заважати. Тут хай вони роблять, це їхнє діло, вам вистачить справ на комунальні заклади і на житловий сектор. Якщо є приватна фірма, є... Навчальний заклад. Навчальний заклад, там чітка система фінансування. Державна плюс свої зароблені кошти. І якщо вони рахують, що їм вкладати і випрошувати до міністра їхати зараз там 5 мільйонів чи 10 мільйонів гривень на будівництво, а ще будувати це ГАСК, це все остальне, ці кошти шукати і їх акумулювати і забути студентам купити там комп'ютер або щось інше, то їм вигідніше залучити інвестора, який буде продавати їм електроенергію по якійсь фіксованій договірній ціні. Вони перерахували, що держава дає... Тобто це, знову ж таки, це всі речі індивідуальні, і я, чесно кажучи, тут, може, питання землі, воно стосується екології, оскільки я чув пілети, але це проблема конкретного комерційного чи некомерційного, але не комунального закладу, і він повинен його вирішити, і відштовхніть їх. Дайте їм, хай вони самі собі пливуть, тому що ви в цих деталях забудете за, ну, це не порада, це думка. Це государственный институт, могилы. Державний. Фінансування йде не з міського бюджету, а з держави. І тут, а держава це не ми? Почекайте. В них є своя тенденція, і вони не можуть знайти зразу великі кошти, щоб будувати самі. Їм вигідніше купляти цю енергію. І якщо вони зараз можуть її купляти, і по фіксованій ціні, хай вони це роблять. Ви тут не, ну, мені здається, що це буде розтрата сил і часу, розпорошування. Дякую, Тарас Дмитрович. Ну, ось Дмитру Канарському є що сказати. Ігор Пух нарешті хоче щось, ну, у нас не так багато часу лишилося, тому, будь ласка, вкладайтеся. Олександр Федорович, будь ласка, не йдіть, бо 3 хвилини все ж таки хочу, щоб ви свої отримали. Будь ласка, Дмитро. Спасибо большое за то, что вы очень правильно, в общем-то, поняли, в чем суть. Там действительно речь идет о том, что это государственный вуз, который сам может распоряжаться. И я как раз приведу пример. У нас есть еще один вуз в Николаеве, который, ну вот это я о роли человека, о роли решения принятого и так далее. То есть там ректор просто захотел, один человек, он захотел. В конце августа они к нам обратились, 24 октября мы им уже запустили котельную, такую, какую, собственно, мы и хотели сделать. То есть ту, о которой вот вы, мне, конечно, неприятно слышать о том, что Дима продает котлы. Дима не продает котлы. То есть мы там ничего не продаем, я кроме тепла. Это не вы сказали, я просто говорю о том, что мы их не продаем. Продаем тепло, и тепло это по такой цене, которая устраивает, и она достаточно, ну, то есть эта цена, она гибкая. То есть ее можно... люди в первый раз, даже те люди, которые там работают всю жизнь, они сказали, первый раз мы вот в такое время года, у нас тепло. И они там начали открывать окна. Я считаю, что это не болтовня. То есть, Сергей Анатольевич, вы сказали
вы сказали о том, что вот хватит болтать, это ваша цитата, вот только что, там 10 минут назад. Да, надо брать лопату. Да. Я хочу сказать, что есть такая, ну, такое выражение, что тот, кто хочет, тот ищет возможности, тот, кто не хочет, тот ищет причины. Я говорю о возможностях, то есть у нас вот такое вот непаханное поле. Я говорю, давайте сделаем вот это, и это 100% будет хорошо, это не будет плохо. И вы это знаете, и вы вспомнили о том, что там взорвался человек, все. Я единственный инцидент помню, у нас недавно Мира 34, там взорвалась котельная на первом этаже, но если вы обращали внимание, там взорвался теплоноситель. Теплоноситель есть в любом котле. Просто если бы это был еще и газовый котел, то последствия взрыва были бы гораздо-гораздо печальнее, чем то, что там два человека уехали в скорую помощь. Так что я призываю вас все-таки найти возможности, потому что, еще раз говорю, за год ничего не сделано было даже в плане энергоаудита. Ну, вернее, если что-то и было сделано, то это очень-очень мало и очень разрозненные какие-то данные. Пока что еще мы думаем. Тут уже думать не о чем. Александр Федорович, вы, собственно, пришли на программу с тем, что вы, возможно, уйдете до ее конца, поэтому я очень хочу, чтобы все-таки вы, как мэр, свои 3 минуты получили и Николаевцам сказали о том, подвели итог тому, о чем мы говорим, вот именно для Николаева, пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать, на ваш вопрос ответить, почему Вознесенск впереди Николаева, потому что Луков там уже 3 года. Это так, коротко. Значит, комплимент просто городскому коллеге, потому что на самом деле он очень прогрессивный, и нам есть у него чего поучиться. И у меня, как у городского головы города, в котором не 100 домов многоэтажных, а 3300, мне не стыдно черпать у него те методы и те прогрессивные идеи, которые они уже успели внедрить. Знаете, как это? Стыдно не быть дураком, а стыдно этого не осознавать. Там, да? Мы черпаем, мы с ним делимся, мы с ним общаемся, у нас с ним хорошие деловые отношения, можно сказать, даже дружеские. Что могу сказать о... Вот снова я возвращаюсь к тому, что мы, украинцы, все время думаем, что мы уникальная нация и то, что мы должны уникально решать наши проблемы. Зачем нам это делать, если уже есть эти проблемы решены в мире? Тоже касается вопросов энергии, да, тепловой энергии. Есть такое понятие в мире, называется PPP, Public Private Partnership, что переводится державно-публичное партнерство. То есть, когда есть, мы говорим о том, что нам нужно продавать тепло вот этой школе. Выходит 3 компании. Одна говорит, мы будем делать пилетный котел, который будет, Дмитрий говорит о том, что мы продаем пилеты, агропилеты. То есть, зерно мы производим, все мы производим, агропромышленный комплекс работает, и на отходах мы делаем пилеты и сжигаем. То есть, это нескончаемый ресурс возобновляемый. Другие говорят, мы продаем на щепе, мы продаем там на водороде, без разницы на чем, мы продаем гигакалорию. Если ваша гигакалория будет стоить там с тепломережи у облтеплоэнерго там x денег, мы продаем x минус 10%, а другая компания говорит минус 12%, а третья компания минус 13%. Они между собой сражаются и ставят котел. Дальше, то, что касается действительно котельных. Если у нас есть одна котельная, которая обслуживает один роддом, то логично, что ее просто нужно взять и заменить. Если она есть более энергоэффективная и более экономная котельная. Если у нас есть объекты, которые завязаны на общую систему отопления, то здесь, конечно же, нужно подумать, потому что вот здесь мы вспоминаем про женщину, которая не может поменять себе лампочки, но мы забываем про женщину, которая не сможет себе поставить котел за 10 тысяч гривен, и она должна пользоваться этим отоплением, которое есть общее. Вот здесь нужно говорить о том, что мы живем в городе, и о том, что мы должны думать о тех людях, которые не могут себе этого позволить. Еще раз, пользуясь возможностью, хочу попросить всех граждан, которые проблемы с платежками, они будут перерасчитаны, облтеплоэнерго их перерасчитает, ТЭЦ. То, что касается оплаты, обращайтесь и оформляйте субсидии. Субсидии сделаны не для вас, субсидии сделаны для монополистов, но мы этим, граждане, должны пользоваться. Пользуйтесь также простыми вещами, утепляйте свои жилища, как минимум заклеивайте окна, проверяйте, дышит ли у вас вентиляция. И, конечно же, знаете, моя жена мне сказала, зачем ты прилепил эти золотинки за батареями? Они портят нам весь дизайн в квартире. Мы такие красивые обои заклеили этими золотинками. Заклеивайте специальными вот этим отражающими, теплоотражающими самоклейкой за батареями. Не грейте стены, грейте жилье. Ну и напоследок, хотел бы сказать, что
Город будет в процессе создания вот такой стратегии энергоэффективности. И мы действительно будем отходить от того, что пользоваться услугами монополиста, потому что вот те задержки с теплом, они еще раз показали, что городская власть никак не влияет на подачу тепла. Есть монополист «Нафтогаз Украины», который не дал, там не подписал договора, тепло не дали в квартиры, все нервничают и думают, что у городского головы есть такой рубильник «пустить тепло в город». Нету такого рубильника. Нужно делать тепловой рынок. И самое главное, в конце хочу еще сказать, что мы действительно будем разрабатывать эту стратегию, которую диверсифицировать вот это отопление. Но мы не можем отойти от облэнерго. Это, знаете, как и хочется, и колется, и мама не велит. С одной стороны, хотим от него отделаться. С другой стороны, у облтеплоэнерго есть кредит Мирового банка, который позволит ему модернизировать свои котельные и сети, в том числе, которые сегодня у города нету денег для того, чтобы это сделать. Еще раз хочу сказать, надо отходить от мышления, как мы можем эффективнее потратить свои деньги. Нужно думать, как нам еще заработать, взять бесплатные, взять грантовые, взять кредитные под 3%, когда инфляция у нас в стране 12%, уж под 3% можно взять кредит в НЭФКО. То есть нужно думать об этом, нужно думать экономикой, а не политикой. Призываю всех депутатов, которые смотрят нашу передачу от ОПО-блока, заняться экономикой, заняться жизнью жителей в городе, а не быть в оппозиции к своим горожанам. Спасибо большое, Александр Федорович. Мы вплотную подошли уже к самой-самой последней части нашей программы. По 2 минуты, пожалуйста, если будете перетягивать, буду обрывать. Игорь Пох, Андрей Слободянник, Виктор Ножкин и наши гости. Пожалуйста. Александр Федорович, спасибо, что были с нами. Пожалуйста. Да, спасибо. Я хочу все-таки пару слов сказать о более приземленных вещах. Вернее, о более человеческих вещах, потому что мы тут очень много теоретических, очень интересных, на мой взгляд, вещей обговаривали практически 2 часа, но все же за всем этим стоят люди, да, обычные люди. Вот Сергей Анатольевич как раз, собственно, об этих людях, о простых и говорил в начале программы. Но я хочу сказать вот что, опять же, оппонируя немножко вам, Сергей Анатольевич, уж простите. Вы говорили о том, что, ну, вот как бы выстраивали эту линеечку, да, вот я как пенсионер, ну, условный, да, такой пенсионер, вот всю жизнь проработал, платил налоги, платил квартплату, почему ничего нет, да? Так я вам скажу такую штучку интересную. Например, когда распался Советский Союз и, собственно, посыпались все страны Варшавского договора, да, ну, назовем это так, соцблока. Так вот, там, когда квартиры начали приватизировать, государство их не передавали бесплатно. Они всем продавали людям квартиры. И поверьте, там абсолютно такая же ситуация была, как и у нас. В начале 90-х годов абсолютно все были нищие, как церковные крысы. Но тем не менее государство им начало продавать квартиры. Люди, многие не знали, где брать деньги, они брали кредиты, но они выкупали квартиры. Почему? Потому что это свое. Вот это свое, оно грело им душу. И греет до сих пор. Они знали, они уже тогда примерно, ну, представляли, плохо представляли, но представляли, что они смогут сделать с этим жильем. В то же время, обожаю пример Варшавы, столицы Польши, которая, начиная с 90-го года, пользуясь деньгами Европейского Союза, за несколько лет, за 2 или за 3 года, если я не ошибаюсь, полностью заменила все коммуникации в городе. Полностью. Воду, тепло, газ, все полностью. Это как, просто как один пример. Я просто люблю этот пример, больше ему никто не следовал из стран соцблока. Ну, кстати, Вознесенск работает с польско-американской инициативой. Пожалуйста, по 2 минуты. Хотелось бы сказать, в своей трудовой деятельности мне однажды пришлось разрабатывать стратегию, энергетическую стратегию развития одного из городов Украины. Это длилось очень мало времени, потому что начались события. Это был город Славянск, Донецкая область, начались события, и она так... там и осталось. Так вот, Сергей Анатольевич, не бывает типовых решений даже для типовых объектов. Это все очень уникально. Это очень уникальные вещи. Я абсолютно согласен с господином мэром, что в итоге мы все равно придем к тому, что мы будем строить квартальные котельные. Хотим мы этого или нет. Мы будем.
Это будут не крышные котельные, как вы говорите, там ДБН не позволяют. Где-то это будут крышные, где-то будут квартальные, которые будут стоять на земле. Почему мы это будем делать? Потому что нам необходимо будет уменьшать потери. За потери платить все равно будут граждане. Чем быстрее разработается комплексная программа энергетического развития для города Николаева, тем этому городу будет лучше. Затягивание будет только усугублять существующие проблемы. Спасибо. Спасибо большое. Виктор Ножкин. Я думаю, что пока в городе будут существовать монополисты, эту проблему, вот мы на таких передачах, там, обсуждая что-то, делясь там, информацией, мыслями, решить не сможем. То есть я думаю, что на уровне там, нашей власти, городской, областной власти, надо этот монопольный рынок разбивать уже на части. У нас есть производитель, ну, если у нас есть облтеплоэнерго, оно производит тепло, транспортирует тепло, продает тепло. То есть сколько у него потерь, сколько он там потребил газа, сколько у него всего произошло, это все его кухня. Если мы разделим вот эту организацию хотя бы там на две части, транспортировщик тепла и производитель тепла, то производители тепла появятся еще вокруг. То есть я вот произвожу тепло, у меня есть котельная там на крыше дома, которую я отключил от ТЭЦ. Так, два котла одновременно у меня еще ни разу за последние 10 лет, которые вот эта котельная стоит, не включалась. То есть один котел я мог бы нагружать сегодня на полную мощность и продавать это тепло в трубу ТЭЦовскую. Но ТЭЦ у меня не купит это тепло, потому что оно само свое тепло продаст. Да, зачем мне продавать мое тепло? Так, поэтому если бы вот это разделение было бы, мы эту проблему уже бы начали как-то решать. Появился бы рынок. Части там инвесторов захотелось бы выкупить какую-то одну, вторую котельную, модернизировать ее и продавать тоже в сеть. Часть людей надо дать возможность отключаться, делать индивидуальное отопление. То есть мы какое-то там 10-20% тоже откинем этих теплопотребителей. Да? И вот эту основную задачу надо решать по кусочкам. Иначе ну, мы будем так разговаривать, мы ни к чему не придем. Спасибо. Олег Чалов, буквально минута, потому что иначе не успеют наши гости, и мы уходим уже на финал. Да. Я хотел бы такой практический момент. Помните, мы на экваторе были, вы показывали системы вентиляции, производства и так далее. И вот хотел бы у мэра спросить Вознесенска, в скольких школах есть система рекуперации тепла? Вот, сейчас, две секунды. Смотрите, как происходит. Урок заканчивается, окно раскрывается, все это проветривается, а Сергей Анатольевич может эти вещи производить. Я их произвожу. Вот. И представляете, такая мелочь, как система рекуперации, допустим, для вот этого фонда там, школы, там, садики, поликлиники и так далее, это достаточно большой процент, потому что их уже утепляют, уже меняют окна, и следующий шаг нужно ее именно сейчас. Это как бы практический момент, ну, как бы по итогам передач, потому что много всего было. Спасибо большое. Если вы вот ровно по 3 минуты скажете, то мы как раз до конца программы впишемся. Пожалуйста, поехали. Я хочу сказать вам всем, уважаемые напротив сидящие, все, что вы сейчас говорили, вы говорили, подтверждая то, чего я начал. Просто вы к концу передачи, это так скажем, как-то все это дело до кучи все свели. Вы совершенно правильно говорите. Но если стоит в микрорайоне, к примеру, дом проекта там А, и их там стоит 22, одинаковых абсолютно, и не будет одинаковых. Минутку, я имею в виду его, их архитектурную составляющую, да, то при составлении аудита, при проведении аудита и в дальнейшем составлении паспорта, да, паспортов энергоэффективности будет у нас ровно столько, сколько у нас домов. Мэр сказал 3300, или я сказал 3085, вот их ровно столько будет. Но вы должны меня услышать, что в начале этого года мы говорили, вот Дима говорит, давайте начнем с чего-то. И когда мы говорили, начнем с чего-то, было немного денег надо 30 миллиардов, а было 10 миллионов, и есть там 11 миллионов, да. Речь шла о том, что давайте мы их эффективно, правильно, как говорит мэр, уважаемый, мы их потратим. Но правильно, исходя из своих возможностей. Да, и мы бы сделали бы там 6 домов, сделали бы 5 домов, сделали бы 2 школы, какое-то бюджетное заведение. Да. Я вам скажу такой пример, и у вас все закончатся вопросы. В этом году, в начале года, в третьей в больнице в Дубках,
какое-то время не могли проводить операции. Почему? Потому что значит, закончился отопительный сезон, а котел, который получает соответствующие 3 или 4 километра стоит генерация, он должен делать антисептирование белья, которое идет оперировать людям. Да? И тут уже дошло до губернатора, я занимался, и в итоге мы приняли все это решение. Мы обрезали это все дело и купили там 2 универсальных стиральных машины украинского производства и решили навсегда эту проблему. Вы же об этом говорили. Но мы же к этому пришли только после того, как вникли в суть проблемы. Я об этом и говорил. Нужно вникать в суть проблемы и принимать индивидуально, конкретно к этой проблеме решение. Котельная, там, условно, вот почему, я еще хочу прорекламировать Дикий сад, чтобы Диме было тепло на душе. Так вот, я поддерживаю и хлопаю двумя руками ему и его коллегам. Они из местного сырья, в частности соломы, которая остается после, ну, после того, как скосили, они делают свои пеллеты, которые в итоге потом они в виде тепла через котлы продают. Я хлопаю Дикому саду. Дима, вам слава! Вот, и будем вас поддерживать. Спасибо большое, Виталий Ильич. Дякую. У нас є досвід встановлення рекуператорів індивідуальних в нашій приймальному відділенні, дитячого відділення, є така в нас воно навіть виконує роль інфекційного відділення, оскільки там є бокси окремі. І результат класний. На жаль, я не знав, ми з вами поспілкуємося, обов'язково я вас запрошую на участь, тому що ми в проєкті цьому європейському, оскільки, можливо, як супідрядника, але це все конкурс, оскільки система вентиляції з рекуперацією в обох цих будівлях по європейському проєкту буде. Зараз ми розробляємо програму на наступний рік, програму встановлення рекуператорів в кожному класі нашої школи, наших шкіл. Але це буде на конкурсних засадах. Не можна, ну, не в кожному, а в класах наших шкіл. Наскільки ми хочемо провести конкурс, в місті багато такого досвіду, ми проводили конкурси на встановлення дитячих майданчиків без партійних прапорів, а виключно на конкурсних засадах. Місто виділяє 100 тисяч гривень, наприклад, громадська організація проводить конкурс, йде співучасть, і ми встановлюємо дитячі майданчики на 200 тисяч гривень. Ось тільки. Но саме головне те, що потім батьки бережуть ті, разом з дітьми ті дитячі майданчики, тому що вони їх разом встановлювали. На такому самому принципі ми хочемо провести систему, встановити систему рекуперації в класах. Конкурс між батьківськими комітетами, хто прийме кращу участь, хто внесе свій внесок, той отримає в першу чергу співфінансування, десь приблизно 20/80, де 80 – це бюджет міста, але ми будемо стимулювати і виховувати в цьому ж плані людей. Тому що якщо ми просто виділимо кошти і встановимо, більшість учнів класу і більшість батьків навіть не будуть знати, що то таке і для чого. Але коли ми закрутимо всі конкурсні змагальні речі, вони вивчать для себе і вони встановлять себе вдома. І це, знову ж таки, ще один момент такий. Я запрошую всіх. Вознесенський проєкт – це проєкт демонстраційний. На всіх етапах приїжджайте, приймайте участь, ми раді поспілкуватися, тим паче це не так ми будемо вчити, це на базі нас будуть вчити європейці, як потрібно поводитись з енергозберігаючими технологіями, заощаджуваними, різноманітними. На всьому початку від проєктування, від енергоаудиту, проєктування, будівництво і експлуатація енергоефективних будівель. Тому ласкаво просимо до Вознесенська. Дякую, Віталію Дмитровичу. Я дуже вдячний вам за те, що ви приїхали до нас у таку далечінь. Дуже вдячний за те, що взяли участь в нашій програмі. І головною метою було нашої програми сьогоднішньої було те, що ми дуже хотіли показати, що енергоефективність, енергозбереження – це не тільки енергоефективні чи енергозберігаючі лампочки, це не тільки вікна, це цілий комплекс. І до цього комплексу треба підходити справді комплексно. Втім,
Ми справді чекаємо від міської влади, від наших депутатів, що вони братимуть активну участь у тому, щоб Миколаєву не тільки доводилося вчитися у Вознесенська, але і можна було подавати приклад іншим містам. І тут дуже правильно сказав Віталій Луков, він мер, якому пощастило з громадою. Давайте ж будемо такою громадою, яка справді зможе вирішувати свої питання, питання своєї життєдіяльності, не гірше, ніж це робить Вознесенська громада. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.